Значит, уведомляю суд, что ведется аудиозапись. Уведомляю суд, что руководствуясь пунктом 1 статьи 5 Конвенции ООН против коррупции, пунктом 1А статьи 7, пунктом 4 статьи 7 этой же конвенции, пунктом 3 статьи 3 Закона о противодействии коррупции, деятельность публичной власти открытая, заседание у нас открытое, Пленум Верховного Суда номер 14. Частью 55, частью 3, 55 Конституции, ведется сбор информации через мои собственные средства, значит, видеосъемка, коль суд, если обеспечит собственные средства на ведение съемки, то я могу прибегать к техническим средствам судьбы. Я еще добавлю Старокадомский почта Федерации, Европейский суд от 13 марта 2014 года, что фундаментальный принцип, гарантированный пунктом 1 статьи 6 Конвенции, без контроля со стороны общественности, открытие согласно судебного заседания, вот, поддерживая доверие к суду, в том числе становится законом, если оно совершается публично. Да, Елгина Кугеновна. Сегодня ничего менялось, не адрес проживания, когда личность устанавливала в мировой суде. Со всеми материалами, когда давайте объясним, что когда все делают кадастратуры, поиски комнаты, как же будет по своим правилам, соответствие с комнатой, по своим планам, нет? Ну, в общем, то, что в этой части понятно, если что-то в процессе пока. Естественно, если права мне разъяснены, мы на стадию отводов переходим, поскольку да, скажется, потому что там очень аж что-то с апреля, по-моему, висит. Ну, у меня первый отвод был еще ранее, вот, затем 07 июля 2013 года я ознакомилась с материалами дела. И мной было обнаружено, что протоколы от 14 числа 2017 года и от 21 июля 2017 года проводили судебное заседание. Протокол имеется в материалах дела. Том 2, там 159 страница и далее. Дело в том, что в этот момент я сидела в коридоре. Я никак не заходила в процесс судьи Кучинка. То по этим каким основаниям тогда были составлены протоколы судебного заседания. Мне выдалась повестка, что откладывается заседание, я уходила. А протокол написано, что мне объяснялись права, отводов я не заявляла. И хотя у меня отвод еще был с апреля месяца, коли если вы даже без меня проводили, можно было рассмотреть. А далее в этих протоколах некорректно указана информация, какая-то пожалуй, Ивановой в описательной части.
Я просто по этому случаю обращалась к председателю суда и к вам тоже здесь вписалась. Вот, пожалуйста, основание для этого. Да, вот этим основанием, что за моей спиной составлялся процессуальный документ, по сути, это подлог фальсификации, поскольку 14.07 и 21.07 я находилась в коридоре напротив 16-го кабинета, в судебное заседание я не заходила. Единственный раз 21.07 я зашла лично к вам, и у меня видеосъемка есть, я приложила к отводу номер 2 диск, что мы с вами обговорили, материалы дела еще не пришли, поскольку откладываем на 6 июля. То есть 14 июня, 21 июня я не заходила в процесс. А протоколы указывают. Понимаю. Ну, то есть я же пришла в суд, в честный, независимый суд. Я понимаю. Да. Основание об отводе, то, что судья фальсифицирует материалы, процессуальные документы. То есть у меня отсутствует доверие в таком случае, как в дальнейшем он будет рассматривать мое дело. Поскольку на кон поставлена дискриминация личности, меня игнорировали в мировом суде. То есть я там уже получила оплюху и неправосудный суд. Здесь я обнаружила, вот не предусмотрено законом мое отсутствие, когда я в коридоре составляю протоколы. Да, прошу, мне только единственное, мне мотивировано вынести определение об отводе, мотивировано по тем предметам, которые я назвала. Более того, заявление номер 2 прошло регистрацию, вот это номер 2, и к нему, значит, приложение, был диск, именно где я с вами общалась 21 июня, но не в судебном заседании, а мы с вами поговорили, что надо отложить, поскольку материалы не пришли еще. А у вас в материалах дела, том 2, протокол судебного заседания от 14 и 21 июня. Поэтому у меня есть недоверие, поскольку если допускается фальсификация, то как мы можем рассматривать в дальнейшем мои честные доводы и дискриминацию в отношении меня, допущенной мировым судьей Грековой. Все. Да, пока. Я могу зачитать? Да. Постановление Конституционного суда могу назвать. Дело тоже есть порядок, обжалования не указан. По данному вопросу судам дано конституционное правовое толкование в определении Конституционного суда 44-О от 6 февраля 2004 года. Отсроченный контроль на законность и обоснованность промежуточных судебных решений, так у нас сейчас промежуточное судебное решение, обеспечивающих исследование всех обстоятельств дела, не является достаточной гарантией прав и свобод. В связи с этим Конституционный суд, далее я не буду зачитывать, определил, что постановление об отводе, такие же, как и постановление об удалении зала, это промежуточное постановление, которое подлежит обжалованию и проверке вышестоящим судам. В связи с этим я этим судом Конституционного руководства, плюс статья 79-81 закона о Конституционном суде, обязательно его применение. Вот, прошу вас приостановить, не согласившись. Это постановление, но я жалко, что я ищу. Кодекс административных нарушений является не предусматриваемым представлением предусматриваемым. Тем более, это, как вы правильно сказали, является промежуточным решением, и оно обжалуется вместе с... Мое дело вам сказать, значит, вы просто под протокол, под аудиозапись ведется, то есть в итоге вы подтверждаете, что... Да, то, что вы только руководитесь КОАП, за пределы КОАП вы не выходите. Я вам отказываю. Ну, я поняла, ваш отказ основывается на кодексе относительно правонарушения, то есть не за применение руководствуется Конституционным судом. Ну, я за мнение и право вообще вас ей высказывать, или вы поступите тогда помолчать, зачем тогда я пришла? Нет, значит, суд принимает на свой счет, но мне я здесь не личности, ничего личного не пришла рассказывать. Я именно только руководствуюсь правовыми нормами, не мной придуманными. Я читала постановление Конституционного суда. Не свое личное мнение, не убеждение. Поэтому прошу в дальнейшем не переводить все на личности.
и на мои какие-либо указания. Да. Вы знаете, тогда дело в том, что мы как, у меня есть еще второй, третий отвод, который также прошел через канцелярию, его необходимо рассмотреть. Сила пункта 1, 2, статьи 5 Кодекса судебной этики, вообще отвод на рассмотрение суду. В чем это связано? С чем это связан отвод номер 3? 11 июля прошел регистрацию 30.06. Вот, материалы у вас с 11 июля, либо передали, может, 12 июля. В чем заключается? Дело в том, что 7 числа, я повторюсь, значит, знакомилась с материалами дела полностью. И ознакомилась с постановлением Вивчер Панюшкины и Панюшкиным решением Октябрьского суда. Судья Прокопенко выносил и судья Зеленский выносил. Вот. Дело в том, что я зачитаю вам, в чем здесь, значит, принимая во внимание, что судьи не связаны доводами жалобы, части 330.6 КОАП, решения судьи Прокопенко и Зеленского должны были содержать совершенно иные основания об изменении постановления либо прекращении производства. На слова, значит, поясню, что судьи, коль у нас это также по запросу уже у вас тоже на столе, вы тоже будете его исследовать, эти дела, допустим, на троих составлен протокол, значит, мирового судьи Грекова оставлено без изменения постановления о прекращении производства по вот этим делам Вивчер Панюшкины и по Панюшкин Галины Ивановны. По основаниям ненадлежащего оформления административного протокола, то есть нарушение 28.2 КОАП. Вот. Но поскольку 28.2 КОАП – это второй момент происшествия, что было, так как по сути, если судьи не связаны доводами жалобы, жалобы. Я могу неправильно писать. Вы у нас судья, вы отвечаете за всю правовую часть. Я могу ошибиться неправильно. Поэтому КОАП не предусматривает привязку к этой жалобе. Так же, как и ГПК 327.1, мы можем приделывать, да, апелляционные жалобы. То есть эти прекращения производства Зеленский Прокопенко должен был изменить в части, что дело не было подсудно общемировому судье. А не по протоколу, что он не надлежащий оформлен. Да, да, это второй момент. Поскольку вот я ссылалась еще в судебном участке, когда была у них представителем по своему делу, на постановление Верховного суда... Дело то, что мировому суде не подсудно это было дело, поскольку судья Чабан обнаружил нарушителя в зале суда. И поэтому в силу КПК УПК он привлекает ответственность нарушителя сам судья Чабан. То есть прекращили должны производство, были Зеленский и Прокопенко по основаниям, то, что не подсудно мировому суде, поскольку привлекают все. Ну, вы в данном процессе зачем говорите? Ну, если не согласны с кем решением, дело в том, что почему я отвод заявляю всему Октябрьскому суду, здесь у меня именно ответ, а вот этим основанием оставили вот эти, оно суд решение, вот сейчас вступило в силу. Вот, это серьезный момент. То есть решение Октябрьского суда противоречит Верховному суду, противоречит практике обзора вот, от 13 июня 2017 года, я приводила дополнение к жалобе номер 21. Еще одно разъяснение. Привлекается там, где обнаружили. Вот и решениями Октябрьского суда установили мораторий на применение Верховного суда и на законодательство. В какой части? Что? Пристав имеет право в судебном заседании составить протокол. И если бы этот протокол был надлежаще оформлен, то Вивчер Панюшкину привлекли бы к ответственности. Там как же идет, что прекратили по ненадлежащему оформлению протокола. Но право за приставом-то оставили, что имеет право в зале суда, когда вы вызываете, составляете. По вот этим основаниям, поскольку Октябрьский суд, у вас категория квалификации одинаковая, вы также сдавали экзамены, и они проходили, то вы не лучше, и они не лучше, не хуже. Поэтому если Октябрьский суд уже наработал такую практику, он эту практику применит ко мне,
при рассмотрении этого дела, поскольку эти решения касаются меня тоже, лично, они сейчас у вас на столе. По этим основаниям я не могу доверять всякую суду, поскольку здесь в корне изменяется действующее законодательство. По этим основаниям заявляю отвод всему Октябрьскому суду, поскольку убеждение я уже увидела в решениях суда и от 15-22. Более того, прошу приобщить как раз к материалам дела вот эти решения судьи Прокопенко и, значит, Зеленского, чтобы они были конкретно подшиты к материалам дела, что я отводы основываю отвод, я бы сказала, на вот этих решениях. И дело... Как? А, просто... К силу я тогда 25-й АПК, вот, то есть я пользуюсь юридическим равенством всего судопроизводства, всех, я заявляла официальное заявление, что по 25-й АПК отводу заявляется на рассмотрение, если судьи, то он рассматривает, значит, представитель суда по 25-й АПК. Поэтому прошу применять мое заявление, признать, там тоже ссылка на Конституционный суд. Я же говорю, по 25-й АПК я могу также заявить вам отвод. 25-й АПК в силу юридического равенства. На рассмотрение Октябрьского... Вы хотите, чтобы я вам лично заявила вместо Октябрьского? Вы тогда за Октябрьский суд получаете несете ответственность. Вы же также состав Октябрьского суда. Я еще раз повторяю. Я рассматриваю данное дело. Вы мне заявили отвод. Я его разрешу. Я заявляю отвод по вот этим основаниям. Отвод номер 3. Поскольку вы также будете рассматривать вот эти решения... Вы когда ты прошу продать этот отвод на рассмотрение председателя суда. Хорошо. Тогда я, значит, внесу поправку, что я заявляю, значит, отвод судье Кученко с приложением вот этим решением и прошу, значит, то есть не применять вот это убеждение, которое вынесено, что вы так и так будете на них ссылаться, то есть вот в эти убеждения про Прокопенко Зеленского, значит, я заявляю отвод вот состав судьи Кученко. Судьи Кученко. Я заявляю отвод судьи Кученко. Вы заявляли уже не отвод. Так, а что, у нас какое-то ограничение есть? У меня два отвода возникло при ознакомлении материалов дела. У меня отвод может возникнуть вообще у нас в процессе, даже может быть завтра, послезавтра, если мы будем что-то дальше запросы делать. Вот там не перехват этого на стадии процесса отвода. Ирина, можешь? Потише сделать, пожалуйста. Это сейчас буду заявлять ходатайство, это у нас общественный контроль. Я вам скажу, что ничего не делаю, потише, у нас должна быть процесс общественного контроля, это все хорошо. Так, они будут участвовать, мы просто не дошли. Это как они имеют право быть слушать. Видишь, что говорю? Куда он убежал? Удалил меня из зала суда и ушел. Удалил он меня из зала, за что? За то, что им не угодно, что я буду в процессе. Вот тебе я ворочу, не собирается возвращаться, Ирина. Он ушел совсем. Если он удаляет, должна я была удалиться. А он остался, а он сам себя удалил. Так я вот сейчас слушаю тебя, сфотографирую, вот, Юр. Не, ну тот, что слушатель был, и то, что в действительности он сам ушел. Если я удалена, я должна была уйти. Что он перевел? Да это что? Ну, секретарь идет сейчас обратно. Попросил судья постановление о восстановлении в законной силе. Я решили.
Да. А вы сможете получить через 3 дня. А кому он нашел? Сам кому себе? Когда, да. Мы вдвоем присутствовали в процессе. А я слушатели нет. Так он удалился. В кабинете нашел своем. В кабинете нашел? Да. А можно сказать? Скажите, в кабинете он оглашал у себя приговор? Он же, я же удалена была. Судья огласил уже. У себя в кабинете 16-м? Определение вы сможете постановление получить через 3 дня. То есть судья сам удалился из зала и оставил в силе мирового судью, да? Постановление осталось в силе. Да, об удалении. Решение. А постановление об удалении. А вот пока что не готово, через 3 дня вы удалили. А, ну есть вообще постановление об удалении? Огласил он. Об удалении, постановление? Да. Ну, это у него уточните. Так вы уточните, он же. Он же вам оглашал? Я огласил определение, коррекционное определение. Об удалении не оглашал. Ирин, оставили первую инстанцию в силе, он там у себя в кабинете все рассмотрел и все огласил. Он не приходил сюда вообще в зал. Он говорит, вы удалены, забрал документы, пошел к себе в каморку. Пришла секретарь, говорит, решение вынесено, оставила первая инстанция в силе.